15 автобусов марки «ЛиАЗ» теперь работают на маршруте номер 15, 3 автобуса «ПАЗ» на маршруте номер 29 и 8 «ПАЗов» на маршруте 15К. Все машины после оформления в городскую собственность пополнили парк муниципального предприятия в ПАПАТ-1. Именно здесь их готовили к выходу на линию. Всего в общем автобусов будет 102, из них 2 автобуса, так сказать, это современных новых электробусов, которые ездят в Москве. Сегодня в ноябре будет поставка этих 2 электробусов с одной ультрабыстрой зарядкой. Линию маршрутной сети в Попада вышло 24 новых автобуса, которые сегодня ходят на 15-м, 29-м маршруте. И это сегодня, ну, граждане уже увидели. Эти машины отечественной сборки отвечают всем нормам комфорта и безопасности. Их поставили на маршруты наиболее загруженные. Готовятся к выходу и другие автобусы. Это еще 12 машин марок ПАЗ и ЛиАЗ. Остальные машины, которые из новой партии пришли, они сейчас проходят подготовку, водители проходят стажировку, учатся управлять, изучают материальную часть. Вот. Поэтому готовы будут в ближайшее время тоже выйти на линию и обслуживать пассажиров города Владивостока. Выход новых автобусов совпал с другим важным событием в работе общественного транспорта Владивостока – повышением тарифа за проезд. Теперь одна поездка в автобусе в городе стоит 28 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулёре – 20. Напомним, в этом году администрация города закупила на выделенные из краевого бюджета средства 102 автобуса. На их закупку потрачено около 1 миллиарда рублей. Все приобретенные транспортные средства выйдут на городские маршруты до конца года. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.